вами я, Алина. И если у вас бывали такие ситуации, как у меня только что, вы не успеваете привести свои волосы в порядок, то воспользуйтесь моим лайфхаком. Для этого вам понадобится всего ничего, чтобы выглядеть красиво и стильно. Вам понадобится всего лишь кусочек гофрированной бумаги, вода и 5 минут. Теперь отделите ту прядь, которую вы хотите покраситься, а все остальные волосы завяжите резинкой. Возьмем и смочим кусок гофрированной бумаги. Сегодня я выбрала красный цвет. Не пугайтесь, если с нее польется красная краска. И начнем водить данным комком по пряди. Волосы почему-то обычно взрослая краска не берется. А этот способ хорош тем, что когда ты захочешь, можешь смыть краску или поменять ее цвет, если есть желание. Но не пугайтесь, руки у вас будут все в красителе, вот такие. И не забудьте помыть за собой раковины. А теперь берите свои фены и быстренько сушитесь. Всего 5 минут, и мой имидж изменен. Цвет, конечно, получился достаточно яркий, но не такой, как сама бумага. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями. И всем пока!